Воспитанники секции полиатлона спортивной школы «Спарт» получили подарок от главы района. Сертификат на приобретение новых лыж Анатолий Курицын вручил тренеру Александру Виннику. Я вас лично благодарю за те достижения, которые происходят на территории Убинского муниципального района, за тех спортсменов, которые вы готовите со своей командой. Это на самом деле дорогого стоит. И вот мы сегодня вам вручаем сертификат. Очень отрадно, что у нас есть призеры международных, всероссийских, региональных соревнований по полиатлону. В настоящее время секция полиатлона располагает одной парой лыж высокого качества. Остальные устарели и не годятся для соревнований. При цене комплекта порядка 40 тысяч рублей новая покупка по карману далеко не каждой семье. Этим лыжам уже более 15-20 лет. И в принципе они, как говорится, не едут уже. А ребята у нас, трое человек сборной России, основной костяк сборной области мы составляем. Вот. И два вида-то мы выигрываем хорошо, и стрельбу, и силовую гимнастику. А вот лыжи в последнее время начали проигрывать, потому что сейчас у всех совершенно новые лыжи. Вот. А у нас таких лыж, конечно, нет. Сегодня в секции полиатлона занимаются около 50 человек. В команде три кандидата в мастера спорта. Три человека входят в сборную России. Есть и чемпион мира. Игнат Беляев в прошлом году побил рекорд среди юношей по подтягиванию. Екатерина Хабалова, Злата Просекина и Василиса Ашмарина с успехом представляют Угличский район и Ярославскую область на соревнованиях всероссийского и мирового уровней. В январе этого года все четверо приняли участие в первенстве ЦФО, заняв 3 первых и 1 второе место. Именно они станут обладателями новой экипировки. По принципу то, что они в сборной России. Они сильнейшие не только в России, но и в мире. Тренировочные занятия проходят в помещении аграрно-политехнического колледжа и на ближайшей лыжне. Молодые спортсмены надеются, что новое снаряжение станет большим стимулом и поможет подняться на высшую ступень пьедестала.